Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, в России недавно перестали работать социальные сети Facebook и TikTok. Есть реальная опасность, что другие западные ресурсы со временем тоже будут заблокированы, в том числе Instagram и YouTube. Поэтому, чтобы мы с вами не потерялись, мы создали каналы на российских платформах. Это Яндекс.Дзен и Рутуб. Также у нас есть группа ВКонтакте и еще мы создали Telegram-канал. На вновь созданных платформах материала пока немного, но со временем он будет пополняться. В том числе будут появляться новые беседы с отцом Владимиром, над созданием которых мы сейчас усердно работаем. Если вы хотите продолжать смотреть наши видео, то подписывайтесь на эти ресурсы. Если это видео вы смотрите на YouTube или ВКонтакте, то ссылки есть в описании к видео. Если смотрите в Инстаграме, то в шапке профиля есть ссылка на Таплинг, где есть кнопки для перехода на все наши социальные сети. Не теряемся и до скорых встреч. С Богом!